И если первый сезон «Битвы блогеров» был экспериментальным, то второй оказался более осмысленным и продуманным, а задания для участников еще более сложными и изощренными. Сегодня бьются в выставочном доме, который был построен по западным технологиям. Мы рады открывать новые места, и в том числе и не только для наших участников, но и вообще для всех. Поэтому сегодня, да, мы в таком необычном месте. Это выставочный дом, который выстроился за 3 месяца под прицелами камер. И вот здесь 3 этажа, 100 квадратных метров, эксплуатируемая кровля. Это очень современная архитектура, очень современный дизайн. И, конечно, все, кто сегодня здесь на открытии, на экскурсии, очень рады и с большим интересом воспринимают. О проекте «Битва блогеров» я узнал, в общем-то, от организатора этого проекта. В принципе, очень хочется поближе познакомиться с данной темой, так как я не являюсь активным социальщиком, там, социальные сети, Инстаграм. То есть для меня как бы эти вещи непривычные, поэтому тоже хочется и разобраться в них. Задание от партнеров именно донести ту информацию, о которой сегодня здесь целый день рассказывают представители компании. И блогерам на самом деле уже пошли первые публикации, это удается. И, в общем-то, все с удовольствием это делают. Второй сезон «Битвы блогеров» превзошел дебютный еще и по количеству участников, которые добились больших высот в своем деле. В их числе и архитектор Мария Латышева, по случайному совпадению, еще и один из соавторов этого дома. Вообще это погружение в новый, другой мир. Мы находимся здесь в онлайн, в офлайн мире, да, в реальной жизни. А онлайн мир, вот этот вот Инстаграм, это совершенно другая история. И, ну, я вообще люблю все новое. Поэтому погружение вот в этот мир и открытие новых таких вот фишек каких-то, я не знаю, новых людей, нового способа общения, донесения своих мыслей, эмоций. Я сейчас просто как жадина накопила кучу информации, и теперь я буду ее использовать. Я прям жалко, что следующая битва будет только осенью, потому что я бы пошла прям сразу еще раз, потому что мне понравилось. Это такой вот, еще у нас команда, конечно, потрясающая оказалась. И хоть участники и признаются, что важна не столько победа, сколько полученный опыт, главная интрига второй битвы все-таки волнует всех, кто следил за событиями проекта.